Привет! Сегодняшний ролик я на волне предыдущего ролика, который назывался «Резьба по кости», решил посвятить такой теме, которая называется специализация. Расшифрую слово «специализация» — это в нашем случае работа над отстающими группами мышц. Есть одна штука. Прости, пришла мысль в голову. Я сейчас запишу ее просто для того, чтобы не забыть сказать об этом в конце. Так вот, вернемся к специализации. Это работа над отстающими группами. В первую очередь нужно понять, из-за чего данная мышечная группа отстает в развитии. Очень часто вот это отставание в развитии какой-то мышечной группы является мнимым, то есть выдуманным на самом деле. И на самом деле оно просто кажется. Ты, наверное, замечал, да, что людей с одинаково развитыми пропорционально мышечными группами очень мало, или вообще ты мог их не видеть. Обязательно у кого-то есть какой-то изъян, у кого-то икры маленькие, у кого-то плечи маленькие, у кого-то руки как веревки, да, у кого-то грудные мышцы плоские и короткие, у кого-то спина высокая и плоская, и к тому же и узкая. Чаще всего это просто генетический фактор. Это то, о чем я рассказывал, да, в предыдущем ролике. Что природа дает именно то, что нужно твоему скелету. И частенько нас это не устраивает и хочется эту ситуацию поменять. Есть другой момент, когда отстающая мышечная группа недополучает целевую нагрузку. Грубо говоря, когда, допустим, с развитием грудных мышц часто люди сталкиваются с такой проблемой. Когда плечи и трицепсы оказываются настолько сильными, но они сильные в этом случае благодаря анатомии. Благодаря строению скелета, связок и всего остального. И вот сильные трицепсы и плечи отнимают нагрузку у грудных, допустим, в базовых движениях, мультисуставных, таких как жимы, да, там даже жимы гантелей, я уже не говорю про штангу. Из-за этого грудные мышцы не дорабатывают. После жимов, допустим, плечи с трицепсами трещат и болят, а грудные там вроде так чуть-чуть прокачались, да и все. И есть третий момент, когда целевая группа, которая является отстающей, на самом деле перегружена. С этой проблемой сейчас больше всего сталкиваются ребята с руками. И когда бытует мнение, что и правило такое, да, что над целевой группой надо чаще работать и больше уделять внимание. Так вот, я хотел бы одно сказать. Не нужно это выражение воспринимать буквально. Есть тонкости уделения этого пристального и повышенного внимания. Как правило, повышенное внимание, то, что я вижу вокруг себя, выражается в следующем. Несчастная мышечная группа, которая так отстает и еле-еле успевает отойти от предыдущей тренировки, опять долбится до посинения в надежде на то, что она подрастет. Как она подрастет, если она все время не может даже энергетику восстановить? Объясни мне. А я уже говорил, что мышечный рост и синтез белка начинается усиленный только после полного восстановления энергетического баланса. То есть она вместо того, чтобы расти, все время расходует энергию, все время убивается. И чаще всего это происходит с руками. Когда мне говорят, я не могу бицепс вырастить. Ну, во-первых, для того, чтобы вырастить бицепс на 1 сантиметр, надо общий вес тела, чтобы поднялся минимум на 3 килограмма. Это факт. И во-вторых, я часто говорю, слушай, а ты не пробовал вообще не качать? Да, потому что упражнения на спину его так убивают, как не убивают упражнения на сам бицепс.
И, как правило, когда люди убирают там на 3-4 недели упражнения на руки, с удивлением потом замечают, что руки начали расти. Это говорит о их глобальном недовосстановлении в общей системе. О том, что мышечная группа не дорабатывает, есть, ну, тоже такой прикол, о котором я только что говорил, да? Которая, когда она недополучает нагрузки, допустим, грудные мышцы, я их привел в пример, нужно менять технику. Как правило, вот когда мышечная группа не дорабатывает, особенно в базовых движениях, это огрехи в технике выполнения этого упражнения. Ни больше, ни меньше. Яркий пример этому Флекс Уиллер, который готовился к своей последней Олимпии, да, которую он собирался выиграть, и на которой ярко выступил Ронни Колман. Это была первая Олимпия, которую выиграл Колман. И вот на самом деле выигрыш на той Олимпии прочили Флексу Уиллеру. И в принципе я тоже за него болел. Но как он к ней готовился? Его тренировал в тот момент Чарльз Гласс, есть такой тренер американский, который специализируется на том, что тренирует звезд, профи, которые готовятся к своим топовым турнирам, особенно к Олимпии или к Арнольд Классик. И Флексу нужно было подтянуть грудные мышцы хотя бы приблизительно до уровня тех грудных мышц, которые были на тот момент у Ронни Колмана, да? И что делал Чарльз Гласс? Он начал с того, что переучивал уже, казалось бы, профессионала и опытного спортсмена Флекса Уиллера сжать лежа. Он начал учить его сжать лежа с пустого грифа, это при том, что рабочий вес у Флекса в жиме лежа там в районе 200 килограмм на штанге. Вопрос, если люди такого уровня в состоянии расслабить свои мозги, вернуться к основам, к тому, с чего начинали, для того, чтобы спрогрессировать и получить то, чего они хотят, почему большинство из тех, кто фанатеет от бодибилдинга и там каждый день в зале появляется, этого не может себе позволить? И пхает эти несчастные 50 или 70 килограмм, через которые не может никак перевалить, просто потому что техника не позволяет. А достаточно просто расслабиться, взять опять, вернуться к пустому грифу и научиться сжать правильно. Но это вопрос личный, наверное, личный тех, кто делает такой выбор. И вот основное правило, да, в работе с остающими группами мышц, мы считаем, что у нас мышечная группа нормально восстанавливается, нормально отдыхает, нормально работает, в принципе, так же, как и все. Но она почему-то не отстает. Вот, генетически она дана такая, что она, грубо говоря, по сравнению со всем остальным общим массивом мышц, который на тебе есть, она отстающая, недоразвитая. Казалось бы, да? Хотя она развита ровно настолько, насколько нужно твоему скелету в данный момент. Но ты хочешь больше. Скажу сразу, процесс непростой. Просто так брать, кидать и фигачить ее с утра до ночи не имеет смысла никакого. Ты ее просто больше измочаешь. Нужно вернуться к основам периодизации тренировочного процесса, о которых я рассказывал еще в каких-то предыдущих роликах давно. Я, помнишь, показывал графики и все остальное. Сейчас мы будем опять это рассматривать. Вспоминаем, да, что тренировочный процесс делится на три основные большие части, на три периода. Сила, масса и рельеф, казалось бы. Да. Силу мы отводим к 6 повторениям, массу, казалось бы, мы отводим там 6, 8, 10 повторений, а рельеф мы отводим 10, 15 и дальше. И сейчас сделаем маленькую поправку. 6 повторений – это силовая работа, это работа над креатинфосфатной емкостью твоих мышц и работа над связками и суставами. 6-8 повторений, иногда 10, зависит от генетики. Это работа на развитие миофибрильного аппарата уже внутри твоих мышечных волокон. Нам уже здесь почти не до креатинфосфата. Это уже определенный рост, это прибавка в весе существенно за счет белков, но еще не гиперплазия, еще не увеличение количества мышечных клеток. И третий период, который мы будем рассматривать, это на 10-15 повторений работа, который как раз является активным восстановительным периодом после первых двух.
который позволяет как раз активно восстанавливаться, прокачивать мышцы с непредельными весами для 10-15 повторений, нагонять в них кровь, достаточно питательных веществ для того, чтобы они могли нормально останавливаться и уже в этот момент начинать рост. Этот период мы относим к условному периоду гиперплазии, потому что до сих пор спорят, существует, бывает она или нет. Но мы считаем, что она бывает. И вот тут начинается самое интересное. Помнишь график, да, когда мы в период, ну, я рисовал энергетику и рисовал скажем так, недовосстановление белков. Это такая была кривая. Во время первой фазы вниз пошла, да, потом во время отдыха поднялась вверх, потом чуть выше базового уровня, потом опять вниз во время там периода на 6-8 повторений или на 10, во время отдыха еще чуть выше поднялась базового уровня, и потом во время третьего периода чуть скатилась вниз и пошла вверх, там, где мы уже восстанавливаемся. Так вот, специализация для отстающей мышечной группы определяет слегка повышенное к ней внимание. Основных правил работы на силу, на миофибрилы и на восстановление с нее это не снимает. Просто она должна получать чуть-чуть больше внимания в эти периоды, чем весь остальной массив. Чуть-чуть больше, это значит буквально на пару-тройку подходов больше, чем любая другая мышечная группа в тренировочном процессе. Не надо ее долбить с утра до ночи. Грубо говоря, вот это повышенное внимание в основном выражается в косвенной нагрузке. Допустим, задняя дельта отстает, да? Мы можем в силовой период ставить упражнение на заднюю дельту. Но мы не можем ставить их несколько, мы можем ставить только одно, которое мы будем считать базовым. Нужно же еще уделить внимание всем остальным мышечным группам, правильно? И вот здесь вот начинается момент. Можно повышенное внимание для задней дельты той же создать косвенной нагрузкой. То есть подобрать упражнения для спины такие, которые будут ее дополнительно мощно грузить. При этом мы не будем перегружать спину особо работой и заднюю дельту очередным базовым движением убивать не будем. Нам не нужно ее убить в усмерть, нам нужно, чтобы она утомилась в этот период силовой работы чуть больше, чем все остальное. Во время отдыха она не успеет восстановиться до базового уровня или до того уровня, до которого восстанавливаются все остальные мышечные группы, потому что она чуть-чуть больше утомлена, чем все остальное. А скорость восстановления, в принципе, одинаковая у всех твоих мышечных групп, так или иначе. Это зависит от обменных процессов всей твоей системы и всего твоего организма. Во время второго периода, там, где мы работаем над миофибрилами, она, так и не успев догнать по восстановлению всю остальную, весь остальной мышечный массив, опять начнет ущемляться за счет слегка повышенного внимания, только уже в другом режиме работы, так же, как и все, на 6, 8 или 10 повторений. И здесь опять мы даем базовое движение и даем больше косвенной нагрузки, хотя можно вставить еще одно целевое движение. Допустим, как базовое движение для той же задней дельты. Заднюю дельту я привел как утрированный пример. Вместо нее может быть любая другая мышечная группа, да? И вот во второй период мы даем там ей протяжку стоя назад, тяжелую, с тяжелой гантелью, как базовое движение. И можем уже во втором периоде вставить махи с гантелями в наклоне, да, которые мы будем выполнять по 8 повторений. Базу мы опять будем делать по 6. Таким образом, мы будем развивать, уже работать над миофибрильным аппаратом в мышечных клетках и в частности в задней дельте. Плюс мы дадим ей еще косвенную нагрузку с помощью нагрузки на спину, подобрав упражнения таким образом, чтобы они максимально еще задевали заднюю дельту. Такие упражнения, как подтягивание, тяжелая тяга в наклоне. Дальше наступает третий период. Дальше мы опять отдыхаем. После второго периода наша там отстающая мышечная группа, которая получает повышенное слегка внимание,
она опять во время отдыха не успеет догнать по восстановлению всю остальную систему, потому что она два периода, два цикла подряд уже убивается чуть больше, чем все остальное. Но когда мы начинаем работать в третьей фазе, там, где мы начинаем активное восстановление, работая по 10, по 15 повторений, первое правило работы в этой фазе – не брать пиковые веса для этого количества повторений. То есть, если ты можешь сделать с гантелями там 17 повторений или 16 повторений, да на тот же бицепс, да, в этой фазе, ты делаешь там 13 или 14, ты должен слегка не дорабатывать. Наша задача – просто прокачаться в течение 3 или 4 недель. Это будет третья фаза. И так мы прокачиваем весь организм. На каждой тренировке. Вот здесь уже мы можем поставить конкретный сплит на 3 или на 4 дня с четким разделением мышечных групп попарно, да? Там по 2 группы, по 3 группы, даже по одной. Ну, лучше по 2 сделать, для того, чтобы был приемлемый объем тренировки и в то же время, чтобы тренировки у нас не были там каждый день. И вот именно в этот период мы можем отстающую ту же мышечную группу, которую мы тут, как пример сейчас приводим, задняя дельта, вот здесь уже в этот период прорабатывать с небольшим весом, почти с 50%, который ты можешь поднять на 15 повторений, да, там, допустим, махи в наклоне, ты можешь делать на 15 повторений с 10 килограммами качественно и в правильной технике. Так вот, мы берем 5 или 6 килограмм, и в начале каждой тренировки на любые другие мышечные группы мы сначала прокачиваем нашу несчастную заднюю дельту. Мы ее просто прокачиваем. Повторение на 15. Просто, грубо говоря, добавляем в нее объем крови дополнительный на каждой тренировке, при этом не убивая ее. И тем самым мы ей дадим. И помимо этого будет еще дополнительная основная тренировка в этом сплите для задней дельты, да? Которая будет подчиняться общим правилам этого периода. Таким образом, мы создадим повышенное внимание и повышенное восстановление для этой мышечной группы. И таким образом наступит период, когда она в восстановлении догонит весь остальной массив. Но из-за того, что не до восстановления за счет двух предыдущих периодов у нее накоплено больше, она в итоге в какой-то момент по законам суперкомпенсации, о которых я когда-то рассказывал, она в восстановлении белков обгонит весь остальной массив. И пропорционально станет больше по отношению ко всем остальным мышечным группам, чем было раньше. И вот именно в этот период, период восстановительный, можно применять для любой мышечной группы любые извращенные упражнения, которые тебе приходят в голову. Потому что в этот период мы уже не работаем с пиковыми весами, мы не работаем скрипя зубами и все остальное. В этот период мы прокачиваемся, слегка не доходя до мышечного отказа. Потому что нам нужно экономить все-таки энергетику, и нам уже в этот период не нужно ничего разрушать. Мы в этот период восстанавливаемся. Активно восстанавливаемся после первых двух тяжелых периодов. И тут мы уже можем позволить себе и концентрированное сгибание гантели, и молотковое сгибание, и супинации, и махи, какие хочешь, хоть раком, хоть боком, хоть лежа. Именно в этот период. И ни в какой другой. Потому что у нас задача максимально мышечную группу наполнить кровью, жидкостью, аминокислотами, глюкозой, которая в этот момент в крови у нас носится, и все остальное. Максимально это все натолкать, напихать, при этом не принося максимального и большого ущерба нервной системе. Для того, чтобы можно было к следующей тренировке опять эффективно, с хорошим настроением прокачиваться, и в то же время сильно не снижая при этом тренировкой общую энергетику. Вот так вот эта штука, то, о чем я сейчас говорил, выглядит на графике. Вот такой вот график, извини, конечно, за качество, я не художник. Вот получается у нас первый период, который идет силовой на 6 повторений. Здесь мы работаем над креатинфосфатной емкостью. Черным
обозначен черной полосой обозначен общий твой мышечный массив, красной полосой обозначена отстающая мышечная группа, которую мы сейчас убиваем чуть больше, чем общий, чем весь массив. Видишь, по графику она больше ущемляется. То есть она вот базовый уровень у нас, от базового уровня мы ушли с ней глубже, чем все остальное. Потом мы пошли отдыхать. Общий массив чуть поднялся выше базового уровня, с которого мы начали. Отстающая мышечная группа не успевает его догнать. Она там поднимается до базового уровня, возможно, или нет. Она может даже чуть раньше остановиться. График очень утрированный и очень простой, и очень упрощенный. И очень грубый. Но я его нарисовал для того, чтобы ты понял сам принцип, как это все работает. Это визуально, чтобы было понятно. Дальше мы начинаем уже период работы над миофибрилами, переходим на 6-8, там, иногда 10 повторений. Да, мы можем уже разделить на 2 или 3 разных тренировочных дня этот тренировочный процесс. И опять же уделяем слегка повышенное внимание отстающей мышечной группе и опять ее недовосстанавливаем больше, чем все остальное. Мы в ней больше накапливаем недовосстановления, чем во всем остальном мышечном массиве. Главное, чтобы это было все в системе. Опять мы уходим на отдых. Опять система восстановилась слегка, опять восстановилась слегка отстающая мышечная группа. И тут мы начинаем период тренировок на восстановление, то есть, грубо говоря, на гиперплазию. И мы работаем по 10-15 повторений с весами, которые мы можем сделать там на 15-20 повторений. Для того, чтобы в 10-15 повторениях не добиваться отказа. Наша задача в этот период мышцы поставлять как можно больше глюкозы и аминокислот с помощью наполнения кровью. И вот в этот период начинается активное восстановление. Вот смотри, что происходит. Наша отстающая мышечная группа раскручивается гораздо круче восстановления, чем весь остальной массив. Потому что у нее было больше накопленное недовосстановление. Плюс мы на каждой тренировочке удивляем чуть больше внимания. Мало того, на каждой тренировке, допустим, у нас там разбита грудь-бицепс, спина-трицепс, ноги-плечи, да? На 3 тренировки в неделю по 10-15 повторений. И вот даже там, где грудь-бицепс, мы вначале делаем, допустим, у нас задняя дельта отстающая. Перед грудью с бицепсом мы делаем заднюю дельту легкими весами, несколько подходов по 15 повторений. Потом приступаем к работе над грудью и бицепсом. Следующая тренировка у нас будет, допустим, спина-трицепс. Начинаем ее опять с задней дельты в том же режиме. Потом работаем над спиной и трицепсом. И потом, где ноги-плечи, мы начинаем ее опять же с задней дельты, уже только в общем плане для плечей. И потом уже работаем плотно с плечами и с ногами. Вот такое вот правило. Просто так бомбиться до отказа с отстающей мышечной группой глупо. Она в итоге вот откажется расти. И когда мне рассказывают о том, что Арнольд все время фигачил икры для того, чтобы они у него стали огромными. Ребята, вы разобрались, как он их фигачил? Это не значит, что он каждую постоянно эти икры убивал до усёру. Это значит, что он их прокачивал. Перед этим убив какой-то тренировкой или системой тренировок. А потом очень долгий период давал им активное восстановление, не добиваясь отказа, но уделяя им особое внимание. Вот в чем вся фишка. Поэтому, когда говорят повышенное внимание отстающей мышечной группе, нужно помнить одно, что это повышенное внимание должно быть очень строго дозированным. Иначе отстающая мышечная группа станет еще больше отстающей, чем все остальное. Ну а сейчас, пока. Thank you.
Thank you.
не могу, как бы нет. Я не могу. Thank you.